Чего, машинка наша повреждена конкретно причем. Ну, скоро у нас уже все слетит, слетит с машинки. Давай, машинка. О! Прикольно, прикольная серия, прям вообще мне нравится. Интересно. Прыгаешь, падаешь вниз. Давай, ускоряемся. На, синенький автомобильчик, прикольненький. Все. Сейчас опять вниз. Все время вниз падаем, ты заметил? И у нас на этом месте все время бензин заканчивается. Да, Дуда Плей. Дуда Плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Машинки против зомби». И у нас такой вот автомобильчик синенький. Достаточно таки он массивный по сравнению с другими автомобильчиками. Более комфортный. В том плане, что места много у этого автомобиля. Но он такой еще пока слабенький. Мы что улучшили? Мы улучшили, только добавили туда так называемый ускоритель добавили. А так-то машинка еще у нас не прокачана особо. Да, ну, приобрели мы немножечко, бензобак расширили. А так, в принципе, все, видишь, бензин закончился, все, хоть и нажимаешь ускорение, он тормозит и не едет. Наконец-то мы можем купить оружие. Вот, потратили денежек. И на остатки мы, знаешь, что сделаем? Мы добавим развесовку. Все, купили. Все, едем дальше. Посмотрим. Вот, нифига, ну смотри. Вот, теперь вот этих мощных, больших зомбаков просто расстреливаем. Нормально. А вот которые бегут сзади, мы, к сожалению, не можем их убить. Что ж, все, закончились патрончики у нас. Ну, пушка огромная, смотри, у нас на автомобиле, да? Очень, очень даже достойная. Давай, автомобильчик, давай. Во! Отлично. В принципе, у нас... Ускорителя... А, все. Хотя, кстати, ускорителя у нас много, а нифига. Закончился ускоритель и закончился... А, двигатель сломан, все. Понятно. Если мы купим... обновим движок. Проедем немножко и посмотрим. Улучшится что-нибудь или нет. Поехали. Будет ли у нас двигатель ломаться? Интересно. Автоматик. Патроны закончились. Да, патронов не айс, не ахти. Не ахти как много. А что там отлетело у нас? А, у нас этот автомат отлетел. Нифига себе. Да, аккуратно. О, ускоритель закончился. Да ну нафиг. К сожалению, закончился ускоритель. Хотя... Ускорителя мы добавили его, как бы много должно быть. Все, смотри, у нас двигатель. Двигатель не справляется. Все, мы доезжаем до этой точки. Хотя у нас есть бензинчик. И сейчас у нас кранты. А, все, кранты двигателю. Все. Двигатель сломан, к сожалению. Ну, ничего страшного. Что можем... О, мы колесико сейчас. Колесики купим, смотри. Вот такие у нас колесики стали. Да, не особо большие, но, в принципе, нормальные. Так, поехали. Хорошие колеса. Что ж говорить-то. Ну, получше, по крайней мере, чем были. Ничего, мы улучшим, все будет нормально. Вот эти вот, смотри, зомбаки, эти самые спецназовцы, достали. Постоянно на нас они хотят залезть. Ой, хорошо, едем, проезжаем. Ускоряемся немножечко. Оп. Все, смотри. Ох, как хорошо, взорвали. Но один зомбарь, короче, у нас висит. Висит зомбарь, не хочет отклеиваться от нашего автомобильчика. Приклеился и все тут. Давай, сейчас ускоримся. Давай. Еще. И здесь мы едем в тар-дары вниз. Здесь мы сделаем ускорение. Что у нас там? Двигатель еще не сломался? Опа, двигатель сломан. Да ну нафиг. Просто разлетелся движок. Едем дальше. Что у нас здесь есть интересное? А, топливный бак. Все, мы прокачали топливный бак. Едем дальше. С топливным баком, по идее, мы можем проехать немножечко дальше. Но, так как у нас планы меняются, я имею в виду... Ой, не очень хорошо. Не очень хорошо это было. Да, вниз мы... Внизу тут сейчас все соберем палки, все вот эти ограждения, награждения. Это очень плохо. Двигатель-то у нас не вечный. Вот, смотри.
Ускорить. А, все, ускорителя нет. Сейчас попробуем доехать. Хотя бензина у нас много. Но у нас крепости автомобиля мало. Вот, давай, давай. Вот, мы аккуратненько едем. Все, да, здесь мы взрываемся и все. Двигатель сломан и сгорел у нас. Нам нужна защита. Берем защиту, броню. Да, усилим. Вот, уже по-другому смотрится наш автомобиль. Какой красивый, а? С резачком. Сейчас мы будем всех зомбаков резать. Давай, машина, давай, автомобильчики. Патроны закончились. Патроны быстро заканчиваются, кстати. Опа, 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 отлично. Сверху, сверху едем. Теперь нам не страшны особо зомбаки, которые у нас впереди бегут. У нас здесь такие... Нет, смотри, сзади у нас огонь вылетает из ускорителя. А спереди у нас вон какие резаки мощные, которые мы можем наших зомбаков грузить. Ой, ой, отлетело, отлетело, к сожалению. У нас защита. Ну, еще пока, в принципе, мы держимся. Давай, 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 поднимайся дальше. Во! Ух ты, а как здесь тяжело подниматься-то? Ё-моё, смотри, здесь какие-то баррикады постоянно. Все, бензик закончился. Ну, в принципе, машинка еще продолжает ехать. Все, приехали. Ух ты, мы до бензобака практически доехали, прикинь. Офигеть. Так, срочно, срочно надо что-то купить. Давай купим. А, не, подожди, не двигатель, а ускоритель. Во. Так будет намного интереснее. Поехали. Поехали дальше. Мы практически доехали до бензозаправки. Вот, поэтому это очень хорошо, хорошо. Сейчас попробуем. Опля. Давай по крыше, на крыше едем. Вот, на крыше я люблю ездить. Да, но здесь эти зомбари толстые, мощные, они мешают мне. Давай, давай, ускоряемся. Во. Опа, 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 давай, максимально. Вот, все, ускоритель закончился, к сожалению. Больше ускорителя не будет сегодня. Давай, автомобильчик. Попробуй доедь. Да. Ух ты, да, бенза. Заправки нашей. Оп. Аккуратненько, оп. Давай, 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 давай. Во. Бензинчик хватает? Нет, сейчас бензин кончится, не знаю. Не доедем мы. Да, бензин закончился, елки-палки. Чуть-чуть-то осталось доехать, совсем чуть-чуть. Быстренько в гараж. А купить-то мы можем... Мы можем коробку передач купить. Все, едем. С коробкой передач наш автомобиль едет на более высоких скоростях. И расход бензина уменьшается. Опа, давай, давай, давай. Оп, 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 оп. Ух ты. Смотри, вот этот мощный, да? Мощный зомбарь побежал такой. Прыгнул. Ну, видишь, бегут. Они машинку нашу не видят. Где машинка? Машинка-то сзади. Куда вы прыгаете-то вперед? Эти тоже дурочки, он внизу прыгает. Башкой только бьются и все. На, немножечко, немножечко, немножечко еще доехать. Отлично. Взорвали, раскидали всех зомбарей. Давай, давай, поднимайся, машинка. Едь вперед. О, слишком медленно. Ну, едем как можем. Так, что у нас там? Опа, бензин закончился. Давай, давай, все. Опять-таки на этом месте заканчивается бензин. Пока мы не купим бензобак, ничего не получится. Что ж, купим топливный бак и поедем. Вот сейчас мы доедем 100%. Хорошо будет. Давай, давай, давай. Машинка. Увеличивай свою скорость. Вот, видишь, смотри, как несется. Зомбаки все не хотят меня отпускать. Они так привыкли, так ко мне соскучились, привыкли. Поэтому они не хотят меня отпускать. Говорят, не едь никуда, будь с нами, оставайся здесь. А дядечка сидит в машине и говорит, нет, ребята, мне нужно ехать. Мне нужно спастись, у меня есть семья. У меня есть семья, у меня есть дети, поэтому я должен отправиться к ним. А чтобы к ним отправиться, мне нужно проехать через всю страну. Через всю страну с Америку, Америки, во Флориду. И на Флориде, во Флориде там будет спасательный корабль. А куда он поплывет, никто не знает.
Добрались мы все-таки. Все, и сейчас потихонечку он будет направляться вниз, да? Угу. Купить мы здесь только ускоритель можем, покупаем, и поехали, поехали, посмотрим, проверим. Вот, ух ты, нифига, что это было? Офигеть! Вот это интересно, вниз, а что там, а что мы вниз спускаемся-то, алло? А что там внизу-то такое? Офигеть! Наша машинка в дребезги. Ага, интересно. Автомат, пофигу, он вообще разлетелся. Опять вниз, смотри. А куда это мы вниз? Все спускаемся, да спускаемся. Нифига себе, уровень какой интересный. Да. Че с машинкой нашей стало? И вообще офигеть просто. Я такое вообще первый раз вижу. Прикольно, все вниз да вниз она падает. О, в принципе, немножечко мы могли бы доехать, да. Что ж, давай поехали еще раз, посмотрим. Опа, смотри, вниз. Аккуратно. Видишь? Надо какую-то турбо включать, что ли. О, смотри, видишь, машинку нашу расфигачивает. Ну, пока автомат... А, я думал, автомат у нас останется. Нет. Разлетелся автомат нафиг. Да. Я такое в первый раз вижу, смотри. Сейчас опять вниз полетим. О! Давай, давай, ускоряемся. Опять, смотри, сейчас вниз. А ну, кайся вперед. А, мы можем вперед проехать, да в смысле, да, правда. Не обязательно все вниз падать. А нет, все равно мы падаем вниз. Вот, как бы. Так и так. Или так, так или иначе, мы все равно должны падать вниз. Давай, давай. Ой, все, бензин закончился. Все. Мы здесь остановились. Нет, конечно, будем ехать дальше. Едем, едем, едем дальше. Вниз. Сразу же падаем вниз. И прям так серьезно, причем, да? Опять вниз. Да, и наша машинка, все, она разламывается. Пока мы тут все. О, давай, 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 давай. Ускорение, ускорение. Офигеть. Да, я сейчас вообще, я сейчас накуплю побольше ускорителя. Офигеть. Я здесь ни разу не был. Отлично. Да, ну а что ж. Вообще, смотри, на мужика лег этот зомбак, прикинь. Офигеть. И падаем вниз. Ага. Сейчас мы купим ускорителя побольше. Здесь, смотри, тоже. А, сейчас тоже мы спускаемся вниз. И заканчивается у нас бензин на этом месте, да? Смотри. Да, бензин закончился. Ну, прикольно. Прикольно, прикольно. Давай ускорителя купим побольше. Все, на все деньги мы купили ускоритель. И сейчас будем ускоряться вниз. О, давай, давай, пробиваем здесь все. Ух ты, нифига, смотри нашу машинку. Разнесло полностью. Кого нафиг там этот автомат? Кому он нужен? Разлетелся сразу же в дребезги. Все, машинка наша повреждена конкретно, причем. Ну, скоро у нас уже все слетит, слетит с машинки. Давай, 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 машинка. О! Прикольно, прикольная серия. Прям вообще мне нравится. Интересно. Прыгаешь, падаешь вниз. Давай, давай, ускоряемся. Да, синенький автомобильчик, прикольненький. Все. Сейчас опять вниз. Все время вниз падаем, ты заметил? И у нас на этом месте все время бензин заканчивается. Хоть мы ускорителя добавили. Ладно, сейчас попробуем, если еще мы можем ускорение купить. Нет, автомат, в принципе, нам нет смысла покупать. Ладно, едем. Едем еще раз. О, ой, нет, нет, подожди. Во, ускорение, давай, давай, нифига. Разносит тачку нашу. В дребезги, давай, поехали. Все, ускоритель наш закончился. Ладненько. Все, закончился так закончился, ничего страшного. Зомбаки, да сколько же вас, блин, вы что, клонируетесь, что ли? Сколько можно вас? Откуда вы беретесь-то? Все. И смотри, ты заметил, зомбаки, они постоянно зеленые, у них цвет кожи зеленый. Интересно. Так, давай, вот, немножечко осталось проехать. И бензин, бензин на этом месте у нас заканчивается, все. Бензин закончился. Чуть-чуть еще проехать, немножечко, вот.
Все. Денег сколько нам дали? 1 900 000. Вот 1 200 000 мы купим ускорителя. Все, поехали дальше, едем. Опа, все, ох ты, вниз, вниз, вниз. Отлично, давай, разгон, разгон, разгон. Ой, главное автомат не потерять. О, улетел автомат наш. Все, давай, машинка. Все нормально, без автомата, но зато... Все, ускоритель у нас кончился, и, ну, едем уже на своих мощностях двигателя. Вот. Бензинчик у нас заканчивается, ё-моё. Давай, быстрее, быстрее, машинка, езжай, езжай, еще немножко осталось. Зомбаков очень много. Вот. Да, ускоритель закончился. А сколько ж... Ладно, купим еще ускорителя. Все, и здесь заканчивается бензик. Прям вот, знаешь, еще и двигатель сломан, прикинь, взорвался двигатель. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока-пока.